Новости. По ставропольским дорогам с удобством и без вреда для автомобиля. Проблемные дороги краевого центра обрели новый вид. Масштабная реконструкция почти на 100% завершилась на 22 участках дорог. Сотрудники городской администрации проверили результат на практике, совершив объезд по ставропольским улицам. Городу Ставрополь из дорожного фонда было выделено 310 миллионов рублей, чтобы привести 22 участка автомобильных дорог в нормальное состояние. По сравнению с прошлым годом сумма выросла более чем на 100 миллионов. В 2016-м на ремонт дорог край выделял 200 миллионов рублей. Стал масштабнее и объем реконструкций – 300 тысяч квадратных метров. Так долгожданные обновления коснулись проспекта Кулакова, улицы Доваторцев, пригородной, вокзальной, Фрунзе, переулка Шабалдаева и других. Всего новое покрытие появилось на 9 магистральных дорогах и 13 дорогах частного сектора. Мы в этом году большое внимание уделили дорогам именно в частном секторе. Да? То есть куда давно у нас не заходили руки. Это улица Черниговская, это у нас Варвара Косенко, Пионерская, Акулова, Плеханова. То есть в этом году, также по поручению губернатора, мы зашли в частный сектор, где люди говорят на большое спасибо. Официальная гарантия прочности составляет 3 года. Но, по мнению сотрудников, обновленные дороги послужат намного дольше. Кроме того, новый вид на городских улицах обретают тротуары и парковки. Появляются новые современные остановки. Все работы по благоустройству будут завершены до 1 сентября. Тамара Годомская и Александр Погожев, АТВ «Ставрополь».